Чебоксарах не останется ни одного обманутого дольщика. Два долгостроя по проспектам 9-й пятилетки и тракторостроители обещают сдать в эксплуатацию в 3-м и 4-м кварталах этого года. Премьер-министр Иван Моторин решил лично выяснить, может ли что-нибудь помешать планам застройщиков. Дом по проспекту тракторостроителей в Чебоксарах пребывал в недостроенном состоянии 8 лет. В 2014 году объект выкупила новая компания и в декабре возобновила работы. Было 59 обманутых дольщиков практически со всеми. На сегодняшний день договоренность, мы их всех зарегистрировали уже на свою фирму, по договору купли-продажи, по договору долевого участия. В связи с кризисом спрос на квартиры, в том числе и на ипотечные кредиты, сильно упал. Строительные компании вынуждены искать новые способы выхода из ситуации. Для продолжения строительства компании принята программа помощи по кредитованию населения, то есть совместно с банком проработана кредитная ставка 8%. Поэтому сегодня люди, которые получают сбербанковские кредиты, ипотечные, приходят к нам, мы еще компенсируем процент. На данный момент первые два подъезда уже ждут чистовой отделки. Благоустройством и укладкой асфальта во дворе займутся уже в июне. Ситуация с домом по проспекту 9-й пятилетки немного сложнее. Предыдущий застройщик оставил объект без части необходимых документов. Поэтому сегодня приходится согласовывать использование дополнительных земельных участков, нужных для строительства. Этот процесс откладывает сдачу дома почти на 2 месяца. Тем не менее, его также обещают сдать до конца 2015 года. Анастасия Алексеева, Александр Петров, Республика.